14 августа в Московской области стартовали единые дни медосмотра для детей, впервые поступающих в школы и детские сады. Родители могут оформить ребенку медкарту формы 026У. Комплексное обследование будет проводиться каждую субботу во всех детских поликлиниках по 4 сентября. Для удобства родителей открылась запись на единые дни медосмотра через региональный портал госуслуг.